Мы домой собираемся. На сегодня грибной день уже почти заканчивается. Сейчас надо, блядь, до дома еще дойти, нахуй, с этими баулами. Я Олесе предложил, нахуй, бросить все и идти. Но она меня избила. Сказала, блядь, надо идти. Нести вот это. А знаете, как это тяжело? Это просто мешки, блядь, груздей. Да далеко просто. Нам надо к маме, потому что никто, кроме мамы, не будет этой хуйней заниматься. Мои звездные руки предназначены для любви, например. Так. Давай что-нибудь сейчас такое. Ну, не глобальное. Завтра будет копсик. Завтра будет заебись, будет всякое буриме. А сейчас что-нибудь просто давай. Поговорим вот на тему. В прошлый раз, помнишь, мы советовали сериалы? Сериалы? Да. Нет, это мы сериалы и фильмы советовали. Ты нихуя не помнишь, что ли? У тебя тут же это вылетает. Да я помню. Ты чё, такие фильмы горячие. Слоник зеленый. Не грози Южному Централу, попивая сок в своем квартале. Чай. Да не чай. Сосни тунца. Хочешь, я тебе докажу, что не чай? Давай на чё поспорим? Давай. Не ссы, ты уверена в себе, значит, давай спорить. Проспоришь, блядь, опять. Я не боюсь. Ставлю свой комп. Ебать, ты без компа останешься. Давай, то, что ставишь ничего. Соответствующее моему компу? Труханы мои возьми. Труханы твои. Ну нахуй это я буду вырезать. Ну давай. Давай поспорим, что попивая сок. В общем, если... ты проспоришь, то ты сочиняешь песню про меня, какой я охуенный и крутой. Ну давай стихотворение, хорошо? Ну давай прямо сейчас погуглим. Не, погоди, сначала спор, блядь, потом так гуглить. Все, ты комп поставил, я тебе стихотворение. Давай стихотворение, какой я крутой и охуенный. Смотрите, ребята. Процесс, как она проебывает. Сука. Я снимаю. Сок, сука. Ну чё? Соснула тунца? На колени. Видишь? Я просто хуйни не говорю. Я знаток. Я крутой. Мне поклоняются все. Растения, животные и люди. Ты чё, ёпта? Ищет чай, короче, ребят. Она думает, что случайно так назвали фильм. Потому что она думала, что чай. Она теперь ищет, блядь, а где же чай? Охуеть, блядь. Вот так вот, ребят, я стал богаче. Ну чё? Сейчас я думаю стих тебе, блядь. А, ты сейчас экспромт будет? Да. Ну давай. Что-то мне ничего в голову не приходит. Ну, как, блядь, на тебя сочинять, блядь? Мне не надо этого нытья. Ты сочиняй, какой я крутой. Ты такая крутая. В квартале сок попивая. Я потерплю. Пока ты перебесишься. Чай налей мне, раб. Сок, блядь, пей. У себя в квартале. А я буду чай. А если я начну стрелять? Давай. Да. Где стихотворение-то? Все ждут, блядь. Я уже сказала. В смысле? Ты такая крутая. Я такая крутая, что, чё? Когда сок попиваешь, блядь. Я такая крутая, когда сок попиваю. Да. Это было стихотворение. Ты долбоёб. Ну вот, ребят. Добираться надо как-то, хуй знает как. Кто сейчас это смотрит, вызовите нам такси.
Шмакси, блядь. Аэроплан. А Сергей Безруков, приезжай на колеснице сюда. Берез осталось мало. Димка весь сок из них высосал. Пиздец. Ты что там такое попиваешь в своем квартале, что не можешь приехать? Ну все. Ты проспорила. Есть, я выполнил. Гороскоп сегодня не буду тоже читать. Нахуй нужен. Сегодня такой маленький контентик. Котю обновили. А, решили, что мы будем нового делать. Ну, потому что реально он как израненный зверь, конечно. Столько любви в себе. Ты чё выпила чай-то? Наливай. Сок, блядь, наливай. Я пока тут философствую, ты всё захуярила. Я там спить хочу.